Всем привет! Сегодня у меня очередной америкос Ford Focus MK3 двухлитровый непосредственный впрыск. Тоже американец. Это уже наши. Приехал в Украину, его восстановили, собрали. Вот. Но хозяин забрал машину и говорит, что-то как-то мне не очень нравится, как его собрали. Сейчас я вам покажу, как собирают дешево и сердито. Что потом приходится все это переделывать. Погнали! Так, значит, отдают клиенту машину, говорят, там у вас порван провод датчика АБС. Мы скрутить не можем, потому что мы не знаем, где какой контакт. Но из-за этого провода вот светятся ошибки давления в шинах. Курсовая устойчивость и АБС. Ага, вот и у нас чек заморгал еще. Тоже есть, была ошибка, я уже наперед. Я уже ее читал, сбросил. Да. Вот так отдают клиенту машину. Значит, сейчас поднимаю на подъемник, показываю. Значит, что по этому форду буду делать? Значит, ТО полное, фильтра, масла, масло в коробке, тормозуха. Кстати, забыл вынести тормозуха, антифриз, значит, провод датчика АБС, пыльник, шруса внутренняя, замена амортизаторов, опора верхняя, подшипник, пыльник, отбойник. На тормозном суппорте резинки, заглушки, диски, вот это вот диски, колодки, пыльник рулевой. Взял по лимфердеру вместе с хомутами. Вот свечи. Ну еще под вопросом у меня ступица будет. Теперь показываю, что на машине. Значит, поставили бэушный поворотный кулак, бэушный защитку, ну это понятно. Вот. Потом человеку отдают, говорят, мы не знаем, как его сложить, а здесь внутри там должен быть разъем, так как датчик стоит в поворотном кулаке. Теперь смотрим пыльник. Вот это раз. Это я ничего не делал. Там дальше, вот надо, чтобы вы посмотрели, вот хомутик, это они так поменяли, вот черненький, видишь, вот. Теперь смотрим внутренний пыльник, нету ни одного хомута, нету и, можно сказать, и смазки нету тоже. Вот такая вот печалька. Без строительных саморезов по дереву, куда тут обойтись? Это нормальная ситуация. Тут вообще вкрутили, что у них было. Пыльник наружной гранаты тоже порванный. Не хватает заглушечки здесь. Тоже не хватает, хотя шланг же меняли. Уже что-то болгаркой срезали, наверное. Как-то непонятно. Здесь был, наверное, складка, ну, удар, потому что на американских машинах так они повреждения отмечают. Этот проводочек датчик АБС снимем, наверное, под крылок, посмотрим, что там у нас внутри, как оно все стоит, красиво, некрасиво. Вот
покупали, видно, что бэушная Ford Focus, и вот видно тоже, что вот оно загнутое, погнутое, и здесь вот тормозным диском терло. Вот. Мы это все снимем. Рихтанем немножко. Тут все по шаровой достает. Да, конечно. Качество сборки определенно радует. Собрано. Видно, что пыльник пробит. Надо будет подбирать пыльник. Скорее всего, что это кольцо ABS целое. 1 такой, 1 такой саморез. Вроде бы похоже, но в разнобой все. Так, видим. Одна клипса, хомутик, еще один. Тут что-то прикручено. Хотя по-хорошему. Или хотя бы его выиграть. А, тут должна быть закладная. Вот она, наверное, кстати. Похоже, но пока неизвестно откуда. Так, теперь меня тут большие сомнения берут, что тут кто-то что-то делал. Так, крыло поменяли на новое. Не знаю. Вроде как, похоже, тоже есть там небольшой номерок, вроде как на Рино. Так. Тут опять мы видим колхоз. Гаечка закладная. Вот это видим, что у нас, походу, должно вот так вот быть. И здесь должна быть закладная. Держался, никто тут ничего не делал. Опа-на! Смотри, что я нашел. Гвоздь программы. Прям красота. Ну, гвоздь первый раз встречаю. Даже надо его было забить в эту защиту. Не знаю, кого-то заколачивали или что. Но каким образом он тут? Так, вот такая вот защита. Ну, это не защита, это называется нижний аэродинамический фартух. Ну, куда без них? Ну, вот, раз, два, три. Хотя, вот же, ну, есть же крепление, тут надо просто поставить клипсу. Грамотный подход. Так, здесь мы видим с этой стороны, что крепеж, скорее всего, что у нас здесь оригинальный. Никто тут не лазил. Ну, вот такие заклепки, такие. Теперь смотрим, как здесь должно. Здесь должна быть пластмассовая клипса. Там закладная. Дальше и там саморезик. Мы сейчас с этой стороны тоже снимем. Посмотрим. Смотрим на эту сторону, смотрим, что у нас тут защиточка, все ровненько, красиво. Единственное, что нам еще теперь нужно будет купить две гайки, поменять.
Так, эта штука больше на сегодня не нужна. Любимый мой гайковерт. Откручивает все. Как говорится, ломать не строить. Так, наверное, нам просто заказать кофе. Если обычной трубы не хватает, значит, что надо сделать? Надо удлиниться. Ага, только здесь. Отлично. Здесь у меня второй батя есть. Просто любимая штука. Если что-то где-то застряло, этот выбьет. Прям одно заглядение. Без гемора, без пыли, без ничего. Так. Конечно, вот этого делать не надо. Все под ноги себе. Это я так набросаю, а потом поменяю наконечник. Вот этот, потому что это родной. И так как с этой стороны было вырвато колесо, и поменяю тягу, потому что тяга стучащая. Ребята не меняли. Не затянуто вообще. Прям интересно. 16. Теперь берем наш есть для тяг. Так, не теряем вот эту штуку. Мы ее якобы хотели снять. Сейчас покажу, какая она кривая. Вот я ее держу ровно и кручу. Ну, ее, похоже, равняли даже. Да. Похоже на то, что ее равняли. Открутить не могли. Поменять нет. Красавцы. Теперь вопрос. Поменять обе тяги и два наконечника. Но эта тяга родная еще. Вот на ней есть фомок. Даже номер есть. Четко. Значит, какая печалька у нас. Я купил разъем от европейской машины. Ну, по вот этим всем креплениям он подходит. Туда все наверх. Но печалька в том, что там разъема нету. Там просто он входит, сейчас покажу, он входит в основной жгут проводки. Вот, все подходит, а разъема-то нету. Значит, американская версия, европейская по проводке отличается. Но, в принципе, все равно нам нужен разъем. Мы там тоже разберем, отмотаем изоленту, разберем этот разъем, посмотрим, где там. И там все аккуратненько соберем на место. Так, для того, чтобы
снять амортизатор в сборе, нам нужно снять дворники, снять вот эту верхнюю накладку и под ней еще металлическая. Тогда у нас будет доступ к болтам, которые держат опору амортизатора. Погнали. Так, смотрим, какой у нас здесь саморезик. Тут не хватает. Раз, два, три заклепки одинаковые, четвертая не одинаковая. Теперь с этой стороны такой саморез, и здесь тоже не хватает. Хотя в видео там, где я делаю бактериальную чистку кондиционера, можно посмотреть, что здесь два один, здесь и на той стороне одинаковый, и здесь у нас тоже два винтика есть. Франце. Здесь может быть тоже оригинал. Так. Так. Не получилось так, что пружина стрельнула. Один есть португалец. Чикс. Сравниваем со старым. Диаметр тот. Все, ступица тоже, да? Так, Ford Focus, день второй. Значит, печалька по рулевой тяге. Вытащил оригинальный номерок, перекросил на наш европейский, но все равно
пришла не взаимозаменяемая, хотя четко показывает, что подходит. Значит, там надо смотреть по длине подбирать. У нас эта длина получается 310 миллиметров, а в этой 410 миллиметров. Вот, но завтра приедет новая тяга. Значит, что еще? Подобрал пыльничек на шаровую, пыльник на наружную гранату. Докупил саморезов, вот этих вот клипс. Эти клипсы, которые сверху и защиту держат в бампере. Это который подкрылок, оригинальных не было. Ну, близко подобрал. Значит, по сегодняшнему дню что уже сделал? Поменял фильтр воздушный, масло поменял, свечи. Значит, начинаю менять пыльники на гранатах, собирать поворотный кулак, вот, проводку, тормозной диск, колодки. Останется только на завтра тяга одна. А, ну еще тормозная жидкость и масло в коробке. Погнали. Так, тут солидол двух цветов почему-то. Мы просто сюда солидола набили и все. Значит, нам надо отмыть. Пыльник этот не подходит, это просто универсальный. Это идет универсальный под разные размеры, и тут это обрезали. Но они не ходят вообще. Я его все равно буду выбрасывать, то я его не стесняюсь. Режу. Он мне не нужен. Опять моя моечка с сольвентом. Здесь у нас стопорное колечко. Сейчас мы его снимем. Это мы сняли один, теперь снимем и вот этот. Жалко, что одноразовый. Такие самообжимной хомут. Это тоже универсальный. Есть. С этим должно быть немножко полегче. Так, один есть. Берем пыльник, смазку. Тут похожие хомуты тоже в оригинальном этом и тоже. Делаем первый. Так. Ставим стопорное колечко.
бомбануть. Сноски. Остаток смазки выдавливаю сюда. Ставим нашу полуось. Так, поправляем пыльничек. О, отлично. Сейчас я поверну, покажу. Пыльники поменяли красиво. Снимаем краснопыльничек. Видим, что у нас тут он дырявый. Со временем бы шаровое вылетело. Ставим не оригинал, конечно. Но так сидит наш пыльник. Ставим первое колечко. Вот так, все. Красота. Находим наш, где наш проводочек. Можем кусать вот здесь. Это для обчистки проводов. Специально же купил. Ставим на прозвонку, смотрим, где у нас земля. Так, вот у нас желтая земля. Коричневый плюс. Коричневая земля, вернее. Так, делаю колхозную скрутку, только для того, чтобы проверить. Так, немного подровняли, но еще не до конца нижнюю пыльник тормозного диска. Сейчас мы это все поставим. Теперь отлично. Так, проверяем правильность нашего подключения датчика ABS, так как всегда машина тестирует ее. Если датчик потухнет, потухло, значит мы подключили там правильно. Все, идем дальше. Немного ровняю пластмасс. Убирать вот эти складки трошки. Прикручиваем под крылок крепежом как слева, так и справа. Значит, вот эти оригинальные заклепки, эти я убираю. Она вся. Вот так вот. Я купил другие, ну, чтобы было справа, слева были одинаковые. Так. Вот так. Здесь не такие должны быть. Это вообще непонятный. А вот это похож на BMW-шный. Ставим такие вот все родные под торакс. Так,
И теперь еще осталось вот сюда еще одна заклепочка становится. Вот такая. Так, левую сторону поправили, поменяли эти два самореза. Видим, что здесь родные все вот такие вот. Поменяли три заклепки. Вот, теперь переходим на левую сторону. Здесь у нас тоже три новые заклепки и все одинаковые саморезы. Осталось еще здесь два вкрутить, но там нужно закладную. У нас останется только вот здесь вот заклепочку. Завтра одну докуплю. Закладная. Сейчас еще вот тут вот. Фибрилатель надо было. Снять бампер. Вот так вот. Закрутили. Убираем вот этот колхоз. Так. Берем новое. Вот такая здесь клипса должна стоять. Это тоже не отсюда. Это, кстати, вот эта клипса. Это она должна стоять вот тут в бампере. Но так как пацаны не знают. Теперь. О, видели бы инженеры Форда, что мы тут делаем, как вот это ее собирали тут. Раз. Что ж, нельзя было сразу так взять. А тут все у нас пристегнуто. Остатки роскоши собирал Jaguar XJ. Вот, и она один в один. Точно такая же. Значит, тот колхоз убираем. Все плотненько. Опа! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Итак, итоги второго дня. Машину закончили, ТО сделали. Видео по замене масла в коробке на этом автомобиле будет отдельное видео. Вот. И осталось ей завтра сделать только развал схождения. И в принципе все. Все зачеты, недочеты, можно сказать, доделали. Ага, не доделали. Вот еще. Не защелкнули закладную. Вот так вот. Вот сборщики. Всем пока.